Всем привет! В одном из прошлых видео мы говорили о VPN и его пользе, как произвести скачивание и установку на разных системах. Данным VPN я пользуюсь уже давно и смело могу его рекомендовать. Большой выбор VPN локаций и никакой рекламы. А само приложение довольно простое в использовании. Настройка на Linux системах немного отличается. Давайте сегодня разберем этот вопрос и произведем настройку на примере Linux Ubuntu. После запуска Linux переходим в настройки. Переходим в раздел «Сеть» и находим пункт VPN. Нажимаем на плюс, чтобы добавить новое подключение. В разделе «Name» вводим название сети, так как оно у нас будет называться. Можно использовать любое название. В разделе «Gateway» первые буквы до точки обозначают регион подключения. Как его изменить, я покажу в конце видео. После точки вводим «Set4me». Далее нужно ввести логин и пароль, с которым вы регистрировались на сайте. Если у вас возникли трудности с вводом пароля, то нажмите на вопросик в конце поля и выберите, как сохранить пароль. После этого в основном проблема исчезает. Далее переходим в расширенные настройки. Я покажу настройки для PPTP подключения. Убираем некоторые галочки и включаем 128-битное шифрование. И нажимаем Apply. Нажимаем Добавить. VPN на Linux настроен и готов к работе и вашей защите в сети. Мы можем его включать и выключать в настройках или прямо с верхней панели. Если у вас возникли какие-либо трудности, вы всегда можете перейти на официальный сайт и ознакомиться с инструкциями от разработчиков. Там все расписано подробно, и вы сможете произвести настройку шаг за шагом. Также можно найти список стран и их обозначения, которым можно произвести подключение. Вам просто нужно скопировать адрес страны и внести изменения в настройки. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь всем обязательно ответить. До новых встреч!